Здравствуйте, дорогие зрители! И сегодня мы будем готовить десерт. Его рецепт очень прост. Берем обыкновенное масло, сливочное, сгущенку и нестик. Вы можете туда добавить печенье или орехи, ну, или что вам нравится, в общем. Но я буду готовить просто, без ничего, но только вот эти продукты. Так, вот моя плошка. Сначала я выдавливаю всю сгущенку, потому что у меня ее осталось мало, и я просто сейчас ее всю выможу, и тогда я узнаю, сколько у меня хватит. Конечно, я привыкла стоя готовить, но сегодня это исключение. Всё. А когда оно закончится? Будем считать, что оно закончилось. Теперь я беру Nestik. Я кладу его столько, чтобы могло вот полностью покрыть все это. Тут не важно, сколько вы его положите. Это главное по вкусу. Я люблю 3 ложки. Сколько? Ну, просто вкусно получается. Так, теперь масло. Вот наше масло. Так. Ну, большой кусок. Теперь я буду все это вместе перемешивать и, ну, самое главное, чтобы масло немножко потаяло, потому что, ну, иначе будет трудно очень. И когда вы после заморозки его достанете, то у вас будет попадаться то, что вы не до конца размешали. Но не надо, чтобы масло было слишком такое мягкое, ну. Я однажды решила попробовать в микроволновке разогреть, но получилось не очень вкусно потом, даже после заморозки. Но я, конечно, все делала по рецепту, но не то было. Это получается очень вкусно. Я даже не знаю, откуда у меня этот рецепт взялся, но я это не впервые готовлю. Ну, и всегда у меня получалось одно и то же. Но однажды я попробовала с печеньем приготовить, то они стали такие более твердые. И я скатала шарики. Это было очень вкусно, это просто небо. Я была на 7-м небе просто и дала родителям попробовать. Это вообще. Да. Однажды я делала с орехами. Это тоже очень вкусно было, но я не фанатка орехов. И, ну, это было вкусно. Так. Вот что у нас получилось.
Ну, хорошая консистенция. Главное, что там не было белых пузырьков, то есть масла. Иначе, ну, я уже говорила, что будет. Надо его очень хорошо перемешивать. Даже вкус пошел уже. Очень вкусно. А потом, как вы его заморозите, то он будет еще вкуснее. Этот рецепт, он не считается как десертный, потому что, ну, только сладкое у нас это и десерт. Да. Вот что у нас получилось. Ну. И вот. Что будет после заморозки, вы увидите во второй части. Я буквально покажу парочку секунд. Ну все, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. И приглашайте друзей смотреть эти видео. Вам не трудно, мне приятно. Всем пока!